Нурлыжол – новые возможности для бизнеса. Региональный форум предпринимателей прошел в Петропавловске. На встречу пригласили владельцев предприятий и торговых точек. Главной темой встречи стали предстоящие выборы депутатов Мажилиса парламента и Маслихата всех уровней. Репортаж Ирины Панфиловой. Заводы, предприятия, рынки и магазины. Практически у каждого в этом зале свой бизнес. В основном здесь предприниматели с опытом. Говорят о предстоящих в Казахстане политических событиях, о выборах депутатов в Нижнюю палату парламента и маслихаты всех уровней. Галина Семенова возглавляет областной автотранспортный союз. Отмечает, 20 марта она и ее коллеги обязательно пойдут на избирательные участки. Новые люди, которые придут, они придут действительно с новыми идеями, с новым позитивным. Депутаты – это жители нашего города, которые видят, что сейчас необходимо, над чем нужно поработать, что нужно продвинуть вперед, а что еще, будем говорить, предстоит сделать в далеком будущем. Роза Шакирова, директор рынка «Дария». Сейчас вспоминает, как больше двух десятков лет назад, когда она только начала заниматься торговлей, на базаре было всего 4 рабочих места. Сегодня уже больше 100. Здесь созданы комфортные условия и для продавцов, и для покупателей. У нас проводится определенная такая программа в этот день, когда идут выборы. Предоставляется автотранспорт тем, кто далеко живет и должен съездить и проголосовать. Предоставляется возможность часовая. Есть даже такое, что не оплачивается место у человека там в этот день. Говорили на форуме и о поддержке бизнесменов. По словам предпринимателей, сегодня они могут брать выгодные кредиты на развитие своего дела, субсидировать займы. Всего в регионе более 34 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Ирина Панфилова, Дмитрий Желтышев, новости МТРК.